Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2.5, бензиновый, 192 лошадиные силы. Автоматическая коробка передач, передний привод машины была куплена в 2014 году. Пришла первая часть приколов с MV Tuning. Насадки Bazir 120. Немного затопили их внутрь, можно было даже на миллиметров так 5 высунуть, но так как обрезали, не стал заморачиваться. Попка сразу приобрела другой, более совершенный вид. Установка диффузора, решетки радиатора, ресничек, насадки глушителя. Открутил все брызговики и вытянул уплотнитель между кузовом и пластмассой днища. Решил сам ставить обвес. На видосах с инструкцией выглядит легко, а по факту адски. Клыки все время отстают, не пойму почему, вернее уже примерно понял, что выше клеить нужно, но все же праймер салфетки и третий из наличия вместе с обвесом чьи-то не держит. Клею на третьем VHB свой впредь. Пороги на удивление приклеил с первой попытки, но чья-то чуйка, что третий не выдержит, крайний случай будет стекольный герметик. Забронировал весь передний бампер, туманки, фары, пол капота и половина передних арок, зеркало под ручками, пол крыши за передними стойками. Боковые части заднего бампера и на заднем бампере полосу для погрузки в багажник. Пленку сказали используют Люми или как-то так, но нифига в нюте об такой не нашел. МБ не так услышал, но что-то на L точно. Сделали вроде неплохо, все ровненько и аккуратно. Установка спойлера. Все перегорало и спасла только струна, и даже с ней не получилось сохранить спойлер, ему кранты. Завтра везу в малярку шаманить крышку, срезала местами и краску, и красить новый утиный хвост. Ну и вот результат снятия лип-спойлера, который был приклеен на стекольный клей от края до края и уже идеальный от Catform Factory.
Dragon Racing развальные рычаги. Комплект пружины и бах траки для занижения минус 30 мм перед и минус 25 мм зад. Приехали винты D2 Racing. Дорос и я до пневмы занижаю, выставляю колесики по феншу, катаю ручки, и тогда уже буду выбирать между обвесами. Либо сплиттера в круг, который уже жду 1,5 года от M-Vitamink, либо обвес как у всех тот же M-Vitamink. Вдохновился я пневмой, решил не тянуть кота за кокот джаба и установить ее. Изначально купил винты D2 Racing до фреска и думал их поставить. Но в конце не стал заморачиваться, так как понимал, что хочу пневмой ставить по 150 раз винты туда-обратно, лишняя трата денег и времени. Учитывая нестандартность моей установки, производитель контроллера EVIA принял решение о замене своей автоматики на комплект Attacker. Замена штатного руля на Kinstyle, Япония. Тормозную систему XYZ6 от BrakeKit. Перед. И Rotel Q2 Hyper Silver 19x8.5+35. Зад. И Rotel Q2 Hyper Silver 19x9.5+40. Задаток был получен, назад пути нет. Очкую, что без прокатки арок не обойтись, когда буду занижать на 2-3 см. Но красота требует жертв, может, если подобрать норм резину, и так все станет нормиком.
это не пилирейс. Тизерк начала преобразование М6 капота ДМВ Танинг. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.